Всем привет, друзья, с вами Швейн. Мы играем на входящих мертвецов стрелялку, я не знаю. Но смысл в том, что здесь женщина зараженная, вот это вот родила вот этого ребенка по имени Шевиля. Вот. Отнести ребенка в фургон. И замочил моих двоих друзей. Все, изи. Так, берем, что у нас? Положите. А, положить ребенка. Гаси взять пулемет. Так, ну что, нам надо теперь обороняться. Зомби. 15 зомби, короче. Тощий зомби. Толстый зомби, тощий зомби. Интересно, вот как они толстеют, блядь? То, что жрут человечину, что ли? Уже никакого пищеварения нет. Должны все похудеть. Ух ты, ебать! Здорово был. Блять. Миссия завершена. Блять, по-хорошему, я уже давно сам заразился, блять. Короче, она родила ребенка, уже будучи зараженной. Вот, теперь наш 20 лет спустя. 20 лет прошло. Это молодой герой вырос среди бродяг, нашедших пристани в окрестностях леса. Короче, вот это я. Фрэнк! А, нет. Защита леса. Увлечение. Предательство друзей. Они рыщут среди развалин. Забота о дочке Аманды. Вселение людей. А! Ног нет. Член сообщества жителей леса избегает праздновое времяпровождение. Так, ну, типа, чувак, это старшой. Нянчится житель леса на это. А, не успеваю, короче, прочитать даже, что он. Они слишком хорошо знают, что любая остановка означает смерть, или, что хуже, не смерть. Ну, типа, выживание. Альфа-самец хмуряет зомби на рассвете. Какой альфа-самец-то? Вот это альфа-самец, походу. Это я, да? А избранное спасение мира подчинение приказам игрока от бога. А, нет, это просто пьянь. Я родился. А, или это я, походу. А, избранное это я все-таки, да. Бухарь. Квадратными руками, бля, вытирать лицо. О, птичка. Птенец. Птенище. Так, ладно, давай. Эй, ты, сучка. А тут нельзя стоять даже. Отковать, пока зомби не увидишь. А, с 20-летием тебя, ну какие ощущения? Аж жду. Теперь ты будешь ходить в поход. Мы рады любой помощи. Нет проблем, старшой. Только в 20 лет, то есть, можно ходить в поход. То есть, двадцатка исполнил, столько будет. Это прям. А там, блядь, если такой зомби покажется уже с 11 лет, ты там будешь. Не, блядь. Иначе тоби пизда. Здесь даже не с 6, блядь, не с 7. Ты уже с оружием знакомый, да. Хотя нет, с 7 ты еще не понимаешь. Все-таки один. О, оружие! Все, зомби. Так, все, поговорил сейчас с тобой. Молодец я. Так, что у нас говорит Фрэнк? Желаю удачи. Вот, возьми один из своих стволов и боеприпасов. Давай вот это возьму. Так, мы взяли стрельбище. Да, блин, зачем стрельбище? О, смотри, здесь тренировочная база вообще. Так, уничтожьте мишени для стрельбы. А, кстати, надо взять. А, надо сначала взять. О, сковорода. То есть мы берем. Надеть. Надеть. А, сюда вот так. Назад. Сковорода.
Так, то мы что, сковородой, что ли, будем? А, ну ладно. Ух ты! Чух-чух-чух-чух-чух. Ты его же я стрелял, блядь. Только не за него. Но все же, сбейте все четыре... А где сбейте? А, вон. Вау! Боже мой, сначала нам дали дофигища зомби, а потом тренировку по стрельбе. Как-то вообще нелогично. Вайтинг. Попадание в голову, обычный урон. Аманда. Хочу кушать. Привет, как ты? Ладно, у меня секрет, только не говори ничего маме, я ничего не скажу. Давай. Также с ней надо 20 какой-то уровень, чтобы она сказала мне секрет. Я такой скажу, девочка моя. Ну, то есть шарм у меня откроется. Не будь такой зануды. А то проще пареной репы. Итак, раз ты начал стрелять, я мог выкинуть тебе работенку. Интересно, продолжай. Чинить забор вокруг стрельбища. Пиздец. Ты мне дал нормальную работенку, какое-то говно дал бы. Че, мне 20 лет, ребенок, что ли? Мне 12 лет бы исполнить. Мне 20. 20 лет там вообще хреначишь. О, понятно. Здесь стрельбище не было зомби, а тут резко стал. Ух ты, ебать, я же сам испугался. Так, почини забор. Если я починил забор таким образом, что... А, нет. Ебать. Ой, здоров. А, зомби ступает, отправится их в могилу. Ебать. ТП. Так, что у нас дальше? Чини второй забор. Да, 45 жизни. Да, типа они не пройдут через этот забор, бля, пиздец. Ой. Ключикал. Так, сзади нет никого. О, здорово, ребята. Блин, кто-то от них отлетает, что-то еще. Ладно, прикольно так. Чуть-чуть. До стрельбища. То есть, как мы добрались до стрельбища, вообще не знаю. А, вон на мотоцикле. Идти. Войти. Идти, войти. Идти в Ай-Сити. Так, ладно, торговец наркотиками. Хорошо, бля, бро. Все уже, все выполнено. Все, как ты сказал. Борис, ты попадешь. Привет, я рад, что ты здесь. Ой, а чего это ты весь в говне? Я просто сидел в тубзике и заводил часы, а они как назвал пальт туда. И все, что у меня осталось, родители, ты не мог помочь мне? Блять, в толчке, блять. Пускать фекалии. Так, кашки, блять, ищу, фу. Ну это прям работа, прям, блядь, заебись. Ахуй, блядь. По локоть в говне, блядь. А вон они. Ну, какими какашками, не квадратными, блядь. Под часы все, что осталось. Ко мне рассказывают, обонять буду, блядь. Лично спасибо. Ради друга я готов на все. Знаешь, кое-что из еды, но это мои последние припасы. Понятно, я не стану забирать твой последний еду. Скажи мне,
Еще одна услуга. Я оставил в нашем прошлом убежище фото жены. Продолжай. Фото жены. Где вообще? Так, мне надо куда-то добраться, да, я так понял? Как это выглядит, проще, парень репа? Леосад, может, ты захочешь заглянуть торговцу? Спасибо. О, кстати, что там? Блять. Сорян, ребята. Что за говно здесь вышло, я не в курсе. Так, забрать. Старый дом. А, кстати, что у нас? Наше умение. Давай огнестрельный урон от оружия сделаем. Купить, купить, что здесь? А, крутить. Урон 10. Ну, на полчаса. Так, ладно, у нас получается в говне копаться. Тык-тык-тык-тык. У нас, кстати, блядь, что-то пожрать, а то что-то вообще не... Пользуюсь. А, 70 это максимально, что ли? Нифига себе. Забрать. Теперь мы куда-то переместились. Продолжай. Так, зомби атакующий защищает. Так, 5 на зомби. 2 зомби убит. В смысле, блядь? Чё за чел? А, понятно. Он мне помогает. Не нужна мне такая помощь, блядь. Дары. Найдите фоне фототайм. Чё в говне заставляют, блядь, какие-то часы, блядь. Потом, блядь, фототайм, блядь, найти. И я у него даже жратву, блядь, не взял последнюю. Надо забрать у него все она. Так. Выплывает на. О, я забрал бинт. Так, нету больше здесь зомби. А вон. Ага. Блядь, нихуя, это может сама Таня, блядь. Так, у нас мусорки надо все собрать. Так, минуту. О, фото Тани забрали. Миссия завершена. Фото жены Бориса. Ты попадешь. Идти, идти, лепесток. Идти. Ну тут хотя бы большие ворота, блядь. Знаешь, будет толп, блядь, зомби, блядь, я не знаю. Штук, блядь, тысячи на. Ты сделаешь, ну. Навалится на этот завод. Принято. Шляпа, да, старые припасы. Сколько мне там дали. Ладно, ребят, если вам понравилось данное видео, ролик, данная игра, я оставлю ссылочку в описании. С вами был Шевиля, до новых встреч, пока.